Врачи, находящиеся на передовой линии борьбы с инфекцией COVID-19, могли бы некоторое время размещаться в отелях. Глава государства Игорь Дадон обратился к владельцам гостиниц с просьбой предоставить номера медперсоналу. По словам президента, многие врачи, отработав смену, остаются в студенческих общежитиях. Они отказываются возвращаться домой, чтобы не ставить под угрозу здоровье членов их семей. Я пообщался с руководством города Сороки. Там врачи обеспечивают проживанием, питанием, транспортом. Также мобилизовались и другие населенные пункты, где есть вспышки. В Кишиневе врачи размещают в общежитиях. Мы находимся в поиске других решений. Я обращаюсь к владельцам отелей с просьбой оказать нам поддержку. Прошу представителей бизнес-среды быть открытыми. Гостиницы в любом случае пусты. Давайте разрешим медикам размещаться там. Общее число зараженных COVID-19 лиц в Молдове превысило 1170 человек. Число зараженных коронавирусом медработников уже более 300.